Так, а где мой кролик-то? Он вообще за мной не успевает. Смотрите, ребята. Ну что ж, пить мы не хотим, есть мы не хотим, ничего мы не хотим. Что мы можем? У меня что, топор алмазный, кирка алмазная. Паучара еще идет, вот ведь. Я, смотрите, одну сторону. Вот этот, ребята, зомби-качок, я не знаю, панк какой-то. Ты где мотоцикл забыл? Эй! Сейчас вокруг нашего дома, вокруг нашей базы должны появиться ресурсы полезные. И, надеюсь, там среди них будут кости. Кости, вы где? Вот деревья появились. Костей где-то не видать. Эй, кости! 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 Блин, да что ж такое? Во, кости. Так, давай. Хоть бы убивались какие-то животные, что ли, об колышки. Сколько там костей было, ребят? Я что-то не заметил. Штуки 3, наверное. Так, вот у нас еще кости. 2 штуки здесь, по-моему, у нас должно быть. Так, 2 штучки кости. Так, давай. Косточки. Ну, пожалуйста. Ну, что, никто не помер-то рядом со мной? Привет, ребята, с вами Мобик, и мы продолжаем выживать в лесу в игре Mine Survival. Ну что ж, ребята, с момента прошлой серии я там выживал, по-моему, 9-й день. Я успел помереть несколько раз, я попрактиковался немного. Сейчас у меня идет, по-моему, 17-й или 18-й день. Также я играю вот этой девочкой. И, ребят, смотрите, я уже нахожусь на 5-м уровне. Это означает, что мы можем разблокировать других персонажей. У нас есть дедок, ребят, с 3-го уровня, я на 5-м, смотрите, у меня уже даже 5-го. С 5-го уровня нам доступен вот этот качок, то есть мы можем его прямо сейчас разблокировать, но я этого делать не буду. С 7-го уровня у нас такая, какой-то кактус непонятный, с 8-го бобер, или я не знаю, какой-то суслик. И с 9-го, ребята, у нас вот такой качок-медведь. Я постараюсь как можно дольше повыживать вот этой девочкой, а дальше уже, возможно, я куплю дедка, потом, возможно, куплю качка, и так дальше мы пойдем. Сейчас посмотрим, сколько у меня получится прожить вот этой девочкой, потому что сейчас там уже с 20-го дня на меня нападают такие существа, что просто пипец. Ладненько, давайте продолжаем игру. Да, ребят, 17-й день у меня идет. Посмотрим, с 20-го дня у нас начинается. Каждые 10 дней добавляется какой-то новый зомбарь, новый участник, я не знаю, который нас начинает нападать активно. Вот наша бородатая девочка, у меня, ребят, бриллиантовые или какие они, алмазные вот эти ботинки, она очень быстро с ними бегает, я прям даже не успеваю некоторые вещи делать. Мне сейчас нужно срочно, мне срочно нужен камень для того, чтобы улучшать стены. Камень и кости, кости мне нужны для того, чтобы улучшать вышки, я там вышек понатыкал, ни одной пушки у меня нету. Ай, ребятки, темнеет, ё-моё, зато в этих ботинках можно убежать. Очень быстро от зомбарей, смотрите, он за мной бежит и догнать меня не может. Так, а где мой кролик-то? Он вообще за мной не успевает, смотрите, ребят. Ну что ж, пить мы не хотим, есть мы не хотим, ничего мы не хотим. Что мы можем? У меня что, топор алмазный, кирка алмазная. Паучара еще идет, вот ведь. Я, смотрите, одну сторону. Вот этот, ребята, зомби-качок, я не знаю, панк какой-то. Ты где мотоцикл забыл? Эй! Или зомби у нас на мотоциклах не ездят? Да, ребята, вот такие существа на меня нападают. Паук, смотрите, здоровенный, что-то обозлился на мою стену. Давай там. Я тут улучшил несколько башен до каменных. Мне для этого нужны кости. Ладно, пока что переждем ночку. И отправимся добывать кости, камни и дерево, наверное. Ну, в первую очередь, все-таки мне нужен камень и кости. Так, давайте пока стены поулучаем. Ой, нет, у нас камня недостаточно, чтобы стены улучшать. Нет, камня достаточно, а что тебе надо? Стена, улучшайся! А, дерево нам нужно. Кажется, дерево и камень, ребята, да. Ну что, давай, утро наступай. Ё-моё, какая длинная ночь! Колышки у меня там поразломали, у меня колышки с собой есть, интересно. Нет, колышков у меня с собой нет, и костей у меня 4 штуки. Все, у нас, ребята, затык в дереве. Надо вот саженцы еще посадить вокруг где-нибудь, чтобы далеко за деревом не бегать. Но это у нас как-нибудь потом я займусь этим. Ё-моё, смотрите, колышки мои поразломали! Ай! Иди отсюда, качок, зомбарь. Надо, ребят, наверное, во всю стену понатыкать башен, потому что не вывозят стены эти. Точнее, вышки. Так, что они, вот эту каменную стену нечаянно сделал. Смотрите, они на нее все нападают. Или не на нее. Куда они все нападают? На ту? Да что такое-то? Не могу дотянуться. Ну что, все, утро, приходи! Быстрее, утречка, где что есть-то? Какая-то ночь длинная, просто в очке. Фух, наступило утро, наконец-то! Кролик, ты где там? Тебя не сожрали случайно? Нет, смотрите, возле стены где-то тусит. Так, ну что ж, вот у нас колышки надо отремонтировать. Ладно, сойдет. Так, где-то вот здесь еще колышки. Не видно, ребят, где точно нам нужно что отремонтировать. Так, здесь у нас все поразломали, гадины.
так, вот эту штуку надо сейчас ее разрубить. Сказали топором, вроде как ее лучше рубить, хотя какая разница? Кирка, топор. Так, колышки, колышки, давайте, восстанавливайтесь. Какую стену они тут долбят? Так, вот эту немного, и вот эту. Нет. Какую? Вот эту? Что-то я не пойму, ребята. Чё, какая у меня стена-то развальная? Вот она. Каменная. Каменная стенка. Железную нечаянно сделал. Ну что ж, тут у нас волчара. Ну-ка, иди сюда. Мне мяско надо. Давай, давай, давай. Сейчас его башни застрелят. Он на колышки будет кидаться. Ладно, ребята, давайте. Дровишки. День очень быстро идет, а ночь очень долго тянется. Как так-то? Так, дровишки, дровишки мне нужны. Давай, 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 деревца. Видите, он даже, она даже не собирает деревья, которые я срубил. Потому что не успевает она, не успевает, ребят. Так, кости, кости, кости. Вот она, кость. Я себе еще скрафтил золотой меч. Не знаю, правда, зачем. Ну, на всякий случай, ребята. Вдруг пригодится. Там, надо помогать, потому что... В прошлый раз я помер, играя вот этой девочкой на 27-й, по-моему, день. Но там прям вообще жесть была. На меня давай нападать такие же розоволосые девочки, причем они на расстоянии как-то силой мысли рушат мои башни. Это вообще жесть. Давай, камушки, камушки, камушки. Ну что не собираешь-то, эй? А, ребята, у нас инвентарь полон. Ё-моё, надо срочно съесть какие-нибудь яблоки. К нам камни не влазят. То есть камней у нас куча, нам дерева не хватает. Что-то я сконцентрировался на камнях. Так, камни, 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 ну вас нафиг, короче, камни. Нам нужно дерево. Дерево, так, давай косим деревья. Олень рогатый, не лезь ко мне, я знаю, ты опасный. Ты опасный, олень рогатый. Так, дерево, окей. Еще бы косточки, где-то я косточки там собрал. Еще эти надгробья надо порубить, ребята. Инвентарь полон, да сколько можно-то? Почему инвентарь полон, яблоко не влазит? Что нам можно... Ничего нельзя, ребят, все надо. Саженцы давайте удалим. Это яблоневые саженцы, они нам как бы не особо. Так, вот здесь косточки есть, я точно знаю, штуки две хотя бы, и то ладно. Да, ребят, можно построить банк, но в этом банке не продаются кости. Вот продавались бы кости, было бы круто. У меня весь затык в основном в костях. Потому что я не могу улучшить свои вышки. И все, ну костей нету в округе. Я даже перезахожу в игру, и все равно костей нету где-то. Вот у нас, смотрите, черепушка динозавричья. Или я не знаю, может это корова какая-нибудь померла. Здоровая. Так, ну что, косточки. Косточки, о, камни я забыл, смотрите, не влезли. Косточки, косточки, в округе где-то нету косточек. Косточков нету. Ладно. Ну что ж, давайте, наверное, тогда пока что будем улучшать стены. Давайте стены улучшать. Эх, ребят, я колышки не успел сделать. Но это, в принципе, можно сделать, даже не заходя в этот, в наш. Как он называется? Здесь у нас тоже косточки. Так, колышков, смотри, 13 штук можем сделать. Ай, инвентарь полон, ё-моё, траву удаляем. Так, быстрее, быстрее, косточки. Тьфу ты, косточки. И колышки, ай, деревянные. Сейчас мы... Да что такое? Сколько у меня? 4 штуки. Я думаю, хватит. Нет, мало, ребята. Ух, темнеет. Ух, темнеет, ребятки. Давай. Сюда вот еще. Сюда. Последний. Все. Все, а, никто меня не догонит, заяц, давай быстрее ко мне. Эй, заяц, ты где там? Давай, 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 быстрее забегай. Закрываем воротину, вон, надо еще воротину улучшить. До каменной. Ну что, вышки-то я могу улучшать теперь? Да, каменная башня. Так, вот сюда еще вот это давайте улучшим. Можем даже, наверное, железную сделать. Да, о, одна железная будет, я хочу пить. Так, девчуля, с этим у нас не должно возникнуть проблем. 4 ведра. Хватаем. Набираем быстрее все 4 ведра. И выливаем в нашу эту башню. Так. Давай. Яблоки надо съесть, чтобы не мешались еще. Что-то разломали колышки. Колышки, гаденыш, разломали. Давай. Яблочки. Ням. А еще, ребят, я заметил такую штуку, что когда мы полностью пополняем вот эту вот жажду нашу утоляем и голод утоляем, у нас идет непрерывное пополнение ХП. Так что сейчас я попробую вам это продемонстрировать. Так, давайте зажарим парочку вот этих вот кусочков мяса. Да, вот смотрите, жажда у нас полная, вода у нас полная, точнее еда, вода полная, и у нас идет непрерывное пополнение ХП. Сейчас до 125 дорастет и будет круто. Так, и еще, ребят, вышку, наверное, вот эту давайте улучшим.
в эту вышку вот эту. Давай каменную сделаем. Окей, так, и еще одна вышка у нас осталась, последняя деревянная, но у нас кончились кости. А, ё-моё, зомбари пробились, смотрите. Утро, утро, ты где? У меня ж меч-кладенец есть, давайте зарубим вот этого зомбаря. Наглого зомбаря, давай, давай, помри, зомбарь, есть, я выжил сегодня, ё-моё. Разломали стены, разломали, все поразломали, эх, как так-то? Нам для стен нужно дерево, нам нужно как можно больше дерева. У нас даже, по-моему, есть там стены какие-то в запасе у меня. Оставались, да, две штуки. Так, где фабрика у нас? Давайте сделаем пару стен. Эх, ребята, непорядок, непорядок. И колышков, наверное, три штучки давайте. Эх, инвентарь полон. И бинты я не могу никуда, паутину удаляем. Еще, ребят, у меня есть камни вот такие, зеленые и желтые. Есть еще красные рубины. Да, вот на эту сторону нападают больше, видимо, потому что у меня там стена полностью каменная. Видимо, из-за этого они туда прям стремятся так. Ладно, будем сейчас строить стены. Какое-то определенное количество, не помню. 6 штучек, ну маловато, конечно, 6 штучек. Блин, блин, ребятки, это жесть настает. Настает жесть прям. Прям жесть, прям жесть. Это еще не 20-й день. Это 19-й день, ребята, вот сейчас будет прям вообще засада. Ай-яй-яй-яй, надо быстрее строиться. Надо быстрее строиться. И башню мне одну разломали, по-моему, да? Да, вот гады, а. Зомбари эти. Качки, или кто они. Надо во всю стену, короче, строить эти сооружения наши. И улучшить мы не можем, потому что у нас нет дерева. Давайте, пошли рубить. Дерево, дерево. Вот саженцы я хочу все посадить, да как-то времени нет у меня на это дело. Чтобы саженцы посадить. Так, рекламу смотреть не буду, там ничего интересного. Есть только непрерывное пополнение ХП, но нам уже не надо. Мы покушали замечательно и попили, собственно. Так, колышки, 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 кости, где вы, кости? Надо колышки и стены, стены, колышки, стены, колышки. Ай-яй-яй-яй, полдня прошло. Пустую. Стены, колышки, стены, колышки. Так, бинт мне тоже не надо. Дерево давай коси. Девчуля бородатая. Дальше, ребята, у нас борода что-то не растет. Я сколько не выживал, 27 дней как бы, и что-то не наросла у нас борода. Я-то думал, она прям до колен будет расти, но нет, не растет. Ну что, мне кости нужны. Я сейчас, ребята, сделаю вот такую штуку. Сохраняемся, выходим в главное меню и нажимаем продолжить. Сейчас вокруг нашего дома, вокруг нашей базы должны появиться ресурсы полезные. И надеюсь, там среди них будут кости. Кости, вы где? Вот деревья появились. Костей где-то не видать. Эй, кости! 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 Блин, да что ж такое? Во, кости. Так, давай, 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 давай. Хоть бы убивались какие-то животные, что ли, об колышки. Сколько там костей было, ребят? Я что-то не заметил. Штуки 3, наверное. Так, вот у нас еще кости. 2 штуки здесь, по-моему, у нас должно быть. Так, 2 штучки кости. Так, давай, 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 косточки, косточки. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Ну, чё, никто не помер-то рядом со мной? Ё-моё, ну, давайте сделаем колышко. О, 14 штук. Давайте как можно больше колышков. Сейчас у нас начнется такое нападение, что просто без колышков мы не выживем эту ночь. Не переживем. Так, давай быстрее. Сейчас девочка розоволосая прибежит. Ё-моё, будет у нас какими-то, я не знаю, лучами смерти пуляться. Это просто жесть. Это просто жесть. Может как-то сконцентрировать их внимание на других участках, я не знаю. Что мне для этого сделать? Другую каменную стену построить? Точнее, с другой стороны каменную стену делать? Не знаю, колышков побольше понатыкаем. Сейчас. И вот с этой стороны я хотел еще вот сюда. Потому что, ну вот на эту сторону как-то не особо нападают. Ладно, заходим. Давай, заяц, быстрее! Все, зашел. Фу, крутяк. Нам нужно... Я, ребята, все кости потратил. Вот же я отдаю, а. Так, где эта девочка? Она такие звуки еще будет издавать сейчас. Ё-моё, стену разломали, нет! Ну ладно, сейчас мы будем, надеюсь, поддерживать все это дело. Я хотел вышку поставить, но вышка что-то мне не поставилась. Не поставилась, может мы эту перенесем? Она стреляет? Стреляешь, вышка? Эй, непонятно как-то. Может стену еще вот сюда воткнуть? Эх, у нас нету стен. Ну ладно, колышек вот сюда воткнем тогда. Вот так вот. На всякий случай.
А, нет, ребята, с 20-го дня девочка-то появляется. А у нас... Давай, ремонтируем вон тот, он стену, которую ломает качок этот. Качок какой-то панк с ракезом. А, да что такое-то? Ладно, панк помер. Давайте, давайте, мочите колышки этих панков всех. И башни мочите, и все мочите, эй. Что? Ремонтирую. Не то ремонтирую. Процесс идет, зомби мочатся. Ну, надеюсь, я сейчас, мы все выживем. Полночь прошло, даже чуть немного больше. Давайте, давайте, помирайте, помирайте, чувачки. Чувачочки, давайте. О, 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 с ракезом, давай, мари давай уже. Есть, готовый. Ну что, пока что зомбарей где-то не особо, вот они маленькие прибежали. Надеюсь, больших не будет, уже утро сейчас наступит. Какие большие зомбари-то? Все, успокойтесь. Вон идет, идет качок. А, нет, 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 давай умри быстрее, утро. Ты где? Эй. Ну реально, как-то ночь очень долго длится. Просто пипец. О, у нас тут, когда забежал зомбарь, он что, палатку размочил? Да, он палатку нашу замочил почти. Фу, наконец-то. Ну что, сейчас вроде на ту сторону таких крупных нападений не было. Я не знаю, в чем прикол. Скорее всего, ребята, да, все дело в стенах. То есть в материале, из которого состоит стена. Хотя нет, смотрите, ложков поразмочили здесь нормально. Так, где у нас... О, у нас ключ кончился гаечный, е-мое. Так, давай, девчуля. Гаечный ключик нам нужен срочно. Ты один, серебра нету. Серебра нету, скорее всего. Ладно. И надо еще вышку нам поставить. Даже надо несколько вышек, наверное, поставить, потому что... Не справляются эти. Продавались бы в банке кости, но не продаются же они. Там продаются обычные ресурсы. Дерево, камень, серебро, там, я не знаю, алмазы. А, кости не продаются, их надо искать. Как так-то? Черный рынок не работает с костями. Непорядок. Ну ладно, отправляемся, значит, искать кости. И вот бегаешь так, кости ищешь, ищешь, а их нету. О, вот эта вот красненькая штучка нам нужна. Хотя я не знаю, я, возможно, не доживу до построения этой... Что там, башни какие-то можно строить, я не помню из них. Эй, ты чё? Мясо вот это надо, наверное... Блин, я его поджарить никак не могу. О, вот это уберем. Я удочки, ребят, не строю. Не люблю я ловить рыбу. Хотя я её, в принципе, не пытался даже и ловить-то. Но что-то не хочу я заморачиваться с этим делом. Так, вот у нас косточки. Посмотрите, еще красненькие. Так, давай. Давай. Долго долбятся, ребята. Видно, прочные сильно. Вот еще у нас кости. Так. Че, где косточки? Мне нужно косточек. Нету. Да что такое-то? Эй, кости! О, башка, это хорошо. Ну что, у нас есть костей на 7 колышков. Мне бы... Да что такое-то? Мясо будет куда-то делать, деть точнее, ой. Так, мясо. Надо мясо или зажарить, или выкинуть. Где у нас там палатка наша? Так, палатка у нас вот где-то в этой стороне. Так. Костер, я снаружи понавтыкал много костров. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Паучара, не трогай меня! Фу. Мы прибежали. Можем сейчас вот сюда это мясо закинуть. Опля. Все, у нас освободится сразу место под колышки. Так. Ну, 4 штуки сделаем. Дальше у нас, наверное, дерева не хватает. И стена, ребята, мне же стену разломали. Здесь вроде все более-менее, отремонтировать только. С этой стороны дофига нету. Эх, все что ли? Нет, нехватка. Может вот отсюда убрать? Где у меня там, где-то молот был? Нет, молота у меня что-то нету, придется руками долбить. Так. И стену надо срочно сделать с другой стороны. Так, сюда переносим. Блин, все равно не хватает одной. Ну что, вот отсюда можем еще взять. Давай, быстрее. Вот сейчас девчули прибегут, и нам нужно вышек как можно больше. Потому что без вышек будет тяжко с ними справляться. Ай-я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 
Я их не успел отремонтировать. Может, сейчас я пока пойду отремонтирую. Вот эти колышки мне надо. Мне надо. Мне очень надо. И вот этот. Нет, 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 нет. Не трогай меня, чувак. Вот эти. Так, я голоден. Да погоди ты. Вот, ребята, эта девочка, смотри, прибежала и нашу вышку мочит. Ты успокойся. А вышка с ней что-то не справляется. Давайте ее улучшим. О, все, замочили мы эту девочку. Опять проломили стену, да вы чё, издеваетесь что ли? Ё-моё, вот это ночка. Вот это ночка. Чё мы, вышки не можем, нам дерева не хватает, видимо. Или чего? Да, дерево 12 аж надо, ё-моё. Мочикочка, эй! Давайте его, наверное, тогда зарубим. Давай, мочи. Не того, вот этого мочи. Да что такое, ты девочка прибежала, надо тебя тоже уделать. Надо тебя уделать, или зомбарей кого-то, ты палатку мою мочит, смотрите. Так, девочка, на, получи, 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 получи! И какая ж ты живущая, а? Ё-моё! Мою стену разломали! Эх, ребятки! Восстанавливать все это дело придется мне очень долго, поэтому, возможно, это сегодня последний день или последняя ночь, я не знаю. Отстань от меня, девчуля. Ё-моё! Все, мою базу размочили! Да вы издеваетесь, что ли? В прошлый раз-то у меня дольше получилось прожить. Видимо, что-то, ребят, я немного не подрасчитал. И эта девчуля, смотрите, в меня попадает своими лучами смерти какими-то, силой мысли меня мочит. Звуки, смотри, как издает. На тебе. Ай-яй-яй-яй-яй, 53 хп. Маловато. Что, деревья тут у нас встали на дороге? Эх, ребята, всю мою базу размочили. Да что такое-то, а? Не получается у меня долго выжить в режиме нормал. Что-то как-то сложновато, мне кажется, это все. Ай! Все, 5 хп, ребятки, утро, где ты? Я еще в туалет хочу, а туалета у меня уже и нету давно. Что такое-то? Ну почему так? Фух, наступило утро. А чё толку? Смотрите, сколько зомбарей. Еще паучара здесь жирный нападает на наши остатки стен. У меня осталась, ребята, одна вышка, ворота и немного стен с колышками. Вот это жесть. Вот это я понимаю выживание. И что мне теперь делать? Ну у меня зато алмазные ботинки, я могу бегать как сумасшедшая. Меня фиг кто догонит. Хотя, если очень захочет, то, наверное, догонит. Можно бегать вокруг костров по ночам, но это, конечно, я говорю, ночи стали какие-то очень длинные, это будет тяжко мне. Ну что ж, ребята, вот такие вот дела. Это фиаско, братан. Ох ты! А чё мы померли? Мы, наверное, есть хотели. В общем, ребята, мы померли в любом случае. И я не знаю, стоит ли продолжать это дело. Возможно, в следующей серии я куплю себе этого мужичка, дедка, я не знаю, что нам дает дедок. Мы можем, в принципе, вот этого качка с косичками купить. Не знаю, ребят. В общем, в следующей серии посмотрим, возможно, все-таки будет дедок. Нам можно, ребят, кстати, продолжить за просмотр видео, воскреситься, но я думаю, не имеет это смысла. Поэтому, ребята, да, выходим отсюда, вот сюда. Вот такие дела, если мы нажмем продолжить. Нет, все, у нас все удалилось, ребята. 20-й день или 21-й шел. Точнее, даже ночь. Нет, все-таки мы померли днем. Ну что ж, ребят, на сегодня это все. Не получается у меня выжить больше 20 с копейками дней. И это просто жесть какая-то. Если вы играете в эту игру, пишите, в каком режиме вы играете, кем вы играете и как у вас идет процесс, на каком дне вы остановились. Ну а с вами был Мобик, до новых встреч. Пока-пока.